просто не мог это не снять. На фоне Юпитера стая птиц. Ха. Какая красота! March 1, 2021. Харьков, 5:16 по Киеву. Пока я настраивался на Юпитер, Сатурн исчез вообще в рассветном зареве. Так, наверное. Ох, ну, пожалуй, вот это лучшее качество, которое получается при такой освещенности, при таком ISO. ISO 125, минимальные настройки светочувствительности. Спутников Юпитера при таких настройках, спутники Юпитера невозможно видеть в принципе. Но была надежда увидеть полосы. По-моему, даже чуть-чуть их видно, или я себя обманываю. Жаль, что упустил я Юпитер, Сатурн. Ну, есть на предыдущих дублях. Да, это первый день, когда я в этом году снимаю Юпитер с Сатурном. Чему я рад. Невероятно. Как же мы так упустили Сатурн уже. Дальше пытаюсь его найти. Пытаюсь, где-то здесь он должен быть, но это уже, конечно, без шансов. Так, там еще Меркурий должен вставать, ну тоже надежды немного, уже даже Юпитер, который после Солнца, Луны и Венеры четвертый по яркости. Я уже его практически потерял из виду. Сейчас на автоматических настройках сниму. Это, наверное, даст возможность увидеть спутники. Тяжело попасть, конечно, при 125-кратном оптическом увеличении, плюс еще 4 цифровое. Это просто надо. Хуже, чем на игровых автоматах. А морской бой. Ну, где ж ты, так все хорошо вроде получишь. А, вот антенна. Да, ну, наверное, лучше не получится. Можно сказать, лучше бы ты не пробовал, но... $5.20 по Киеву.